они сломались. Вот. И это меня удивило очень. Я думал, что они подорвут себя все. Они не сдадутся. Я был уверен, что они покончат коллективную жизнь самоубийством. Они выпустят всех, кого можно, и останутся только те, кто верен своей идее фашистской, нацистской, неонацистской. Ну, я ожидал такое, как фюрер отравился, и вот такого я ждал от них. Но они поступили как Паулюс. Они сломались. То есть такая трусость? Нет, это не трусость. Почему? Это смелые ребята, они достаточно. Они просто духом оказались не так сильны, как наши. Вот ваше впечатление. Слушайте, у меня татуировки были перед поступлением в военное училище. Я их свел, что там было? И кресты, и кораблики. Во что я верил? Я надеюсь, не Гитлер, свастика. Ну нет, конечно, я политическое училище заканчивал. Я коммунист в прошлом. Ну это что-то оккультное, мне кажется. Наверное. Всех убить, кого всех убивать собрался? Коды города? Мариуполь. Это враг, каким бы он ни был, там, с трезубцем, там, я не знаю, с вилами, с лопатой. Это враг, которого надо победить, и нам это удается. Ибо ребята нуждаются сейчас в самом необходимом. Нехватка медикаментов в госпиталях. Нехватка простых вещей на фронте. К сожалению, ситуация такова, что если не мы, то кто? Формула предельно простая. Они за нас, мы за них. Только в этом случае победа русского мира будет. Мы русские, с нами Бог.